Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Францию Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите этот сериал не с самого начала, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть всё-таки с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Петруш, ты ж бахнул. Америкос. Да, блин, американец, а ты уже своей коляской тут походил? Вот, около моих границ, которые ты бегаешь. Нет. Ну, походи куда-нибудь. Практически под каждым комментарием в пятой циве меня спрашивают, почему я постоянно нажимаю рабочим, чтобы они выполняли то действие, которое они делают. Для того, чтобы оно не отменилось, если рядом появится вражеский юнит. Таким образом мы потеряем ход тогда. Так, кто-то вышел в этот самый корабли. Это надо, видимо, кому-то... Нет, это я вышел в обсерваторию. Ну вот, и куда ставить? Тут ставить? Или все-таки выше? Вот сюда. Тогда у меня хотя бы мрамор будет. Не знаю, я хочу здесь все-таки. У меня такое ощущение, что вот тут лучше. И в банковское дело уже вышел, и в печатный пресс. Пока так. Ну, производства нет, потому что у меня все стоит на рост во всех городах. Кроме... А, в Лионе просто нету производства. Шато надо строить, конечно, но пока есть чем заняться и так. Шато строится только рядом с ресурсами роскоши, поэтому, например, вот в этом городе негде его построить вообще. Здесь вот тут можно будет шато организовать.
Америка украла у меня теху, серьезно? Так, обсерватория. Постоянно опережает. Где? О? Постоянно опережает по ключевым чудесам. Я в эту теху вышел третьим. Не понял, денег нет, что-то строить прям на моих оленях. Не понял, что такое? Мои олени не отдают. И в моем третьем радиусе я их могу сейчас выкупить, но он что-то там строит, дорогу, наверное. Ну так получилось. Потом я ее выкуплю, мне за нее платить, да? Это все тактика успеха. О нет, олень. Тактика победы. Как же теперь я без оленей-то? Ничего, попал ты бы там. Вот пришла твоя смерть. Не, ну знаешь, оленят-то жалко. Это да. Вот я думаю, что теперь взять кафедральные соборы или монастыри. Ну, монастыри, потому что у меня есть вино. Но с другой стороны, только в двух городах. Черт, я своего коня с варварским перепутал. Наверное, монастыри стоит взять. Они красные оба. Все 6 караванов и все на производство. Так, я жду, когда этот город поставится, а город не ставлю, чтобы достроить. Что пищи им не нужна. Поэтому пока не отправляю караван. Так, шато здесь построю. Нечестно, короче, ты играешь. Затаившиеся самураи.
такие. Весело. Это, конечно, японец нестандартно играет. Прямо скажем. Япония, тебе надо Веллингтон захватывать. Если у тебя счастье, конечно, есть. Ты вообще там соображаешь, что делать? Конечно, соображаю. А что, я что-то не так делаю? Пару голиасов будет, ты с ними что будешь делать, вообще не пойму. Что-то да придумаю. Скорее всего, ты просто будешь тратить пустоту. Три военных ДГшки мне юнита дарит. Вот
Мне ни одну юнит строить не надо. Так там может еще американец подключиться? Может, может, но японец-то что? Японцу надо отсиживаться, строить всякие чудеса, не чудеса эти самые. Японец, не слушай! Города. Ему-то куда воевать? Он все равно ничего не получит с войны. Вот, вот даже если он за какой-то город ему дадут, вот что он с ним делать будет? Ему ничего не решит. Два города под горой. Надо их как можно быстрее отрастить и построить обсерваторию. Остановил запись прошлым ходом, и в начале хода японец объявил войну полинезийцу. Не знаю, правда, конечно. Японец по всему на последних местах. Может, ну, конечно, мясо, потому что я все время там самураев настроил, и мы видели какие-то тут хитрые маневры были. Но дело в том, что он даже не первый по армии, первый американец. То есть тут надо американцу включаться. Американец, ты будешь в эту войну включаться, нет? Мне кажется, что имеет смысл как раз ударить с другой стороны Тонга. Не, ну это было бы, конечно, неплохо. Но имей в виду, у него две ГГшки под Союзом. Вот именно, мне сначала надо ГГшки убрать, Иерусалим, Будапешт и Рагуза сверху, они все на меня пойдут. Ну, я в тебя верю. Будапешт? Так Будапешт же он ничей. А, был его недавно. Тебе ну, вот реально там... надо, тебе надо через Будапешт надо идти. Да они будут просто, там немного юнитов, ты можешь просто идти. У тебя вот как раз тут прекрасная территория между Нью-Йорком и Тонгой, чтобы нападать. Нет, а как насчет того, что у меня там замки? Нас это не волнует. Разнесем твои замки в щепки. Ну, да, да. Кстати, да, они меня тут подзатормозят. На изи. Просто сдуем их. Польша, а ты как-то участие принимать будешь? А как я ему участие это принимать? Всем... Может, золотом там подержать, не знаю. Что сделать? Ты же говоришь? Что сделать? С золотом подержать, может. У меня самого минус. Я бы с радостью. Золото у американцев. Я даже, ну, я мог вам юниты дать, а думаю, меткри вам не нужны. Золото у американца, 1600 у него. Попроси у него. Я предложил ему дружбу, не принимает. Я думаю, американец сам хочет напасть. Ему понадобятся они. Ну, не все же 1600. Я не знаю даже, что можно напасть на 1600. Подожди, как нам тут можно два шато сделать? Вот здесь и вот здесь. О. Хорошая клеточка. А, он еще одного генерала? Ну слушай, если этот генерал поставишь, тогда я пойду дыки вот так. Милости просим. Но мне надо будет все вернуть. Я вот ставь, не его, бойся, братан! Я сейчас парту пойду, да и захвачу его. Давай, давай, Полинес, давай. Нападай, сюда иди. А следующим, походу, будет... он пойдет на Польшу. Я его раздышу. Пусть подойдет к границам.
Да тут японец осаждает, я смотрю, прям. Он генералами двумя отъел. Прям до самого. Прям даже хорош. Чётко, красиво, сбись. Правда, чем ему обстреливать, у него тут одни эти самураи. Как-то одни самураи. О, а вот и американец. Чё-то меркор тебя пилить решили. Да, но... Бывает, да? А, стоп. Ну, хотя пускай будет вино. Не помешает. Самураи сильные, оказывается, очень сильные. Ну, я бы тогда вообще к ним пошел, если бы у меня их не было. Мы точно суицид был. Ну, у меня через ход гатлинги, конечно, не знаю, что он. Слово скажу,
скажу такую вещь, что угля нету в Полинезии. Печалька. Зато она есть и в Польше. И у Франции ее тоже нет. Так, стоп. Что там у кого что? Угля нету в Полинезии. А у кого есть? У Польши. Шансы есть и у... Я думаю... Так, должно быть 12 городов-государств. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять, один, двенадцать. Все, мы все города-государства нашли. Чудес должно быть 4. Вот кратер Беренджера, Килиманджаро, Синай. А, и где-то Кракатау, мне сказали еще. А Кракатау где, вы говорили? Ну, там в море, там надо как раз каравеллы или чем-то другим. А, то есть суши не увидеть, да? Вот там что-то падает даже. Хорош, японяка. Ты красавчик. Если что-то падает, не значит, что оно упадет. Не упадет. Не, давайте тут кузню, наверное. Ой, японяка, дыши. Тупо бесстрашный бой. Души этого агрессора. Он как раз таки и не агрессор. Да, он вообще-то ни разу еще никогда на кого не нападал. Он экономический агрессор.
Ну, я, может, и не захвачу ничего, но экономику порушу немножко. Правильно, вообще там американец подключится тоже. Американцы ж воюешь с этим. Американцы уже даже эти йомины есть. Так чего, что ты тут? Почему я не вижу это огня над гнолово? Ну, потому что там еще и ГГшки, которые надо захватить, потому что они сойдут. Сначала вот ГГшки захвачу, а потом уже буду думать что-то. Давай, души, души, братан. А может и ты к нам подключишься? Нет? Ну, если хотите, копейщиков дам, блядь. У меня и ревить нечем, пацаны. Я помог. Паскликер. Вот негодяй. Какой фаскликер? Там юниты блокируют ходить тебе. Ничего, там генералов нафигачил. Ей поняка. Задушил, походу, город ему. Да, он генерал тут, кстати. Офигеть. Так мне же еще и самураи дают, что? Так ты это, слышишь, японяк, ты можешь не захватывать, тупо клетки у него отбери и всё. Сам вот сдохнет, загнется. Сам, говорит, загнется там до одного жителя. Ну, не до одного, но... Опустим котишку. Самурай, чемпион, самурай, чемпион. Поддержим японяку. Души этого желторотика. Ну вот сам бы большого притушил. Да не могу. Вот не могу. Да все ты можешь. Потерпите, пацаны, ну потерпите. Я вам жопу залажу. В том смысле. Я бы с радостью туда примчался, если бы мог. Так можешь. Границы можно открыть спокойно. Так, ну не... Ребят, может меня хостом сделаем? Как вам такое? Чтобы не полинезиец был. Ну, я за тебя, Лёша, голос. Так ты и так хост. В смысле? Я не хост. Хост полинезиец. Ты хост. А, ну в смысле, полинезиец станет хостом. Иначе. Видите, у него 6 голосов. А, ты тебя понял. Ты про это, сгибёшь по-любому. Я помню. За кого что там закинул? За себя? За себя, я же сказал, за меня надо смотреть. Не, ты сильный слишком. Я слабый слишком, поэтому можно. Голосуй, японец и американец, голосуйте за меня, тогда пройдет. За тебя ты какой голосовал? Спасибо. Спасибо тебе. Давай, душите его, душите. Блин, я чуть не понимаю, куда мне этот караван отправлять. Душили, душили, душили. Может в тро, в этот, в тур. У меня второе производство, и я от него отстаю больше, чем на сотню, так что. Или в Орлеан на еду.
У меня 6 караванов, все на этот. Подождите, а где у него наука самая большая может быть? Внуку Хива? Ну это уже отправил, ладно. Ой, блин, я чуть пророка не купил, видимо. Пагоды. 260 надо, но я в туре смогу пагоды купить, да? Нет, только да. Не до Пешт. Что у нас с углем? Да, американцы вообще хитрец. Ничего там не воюет, просто так и издевается над Иерусалимом. И не захватывает. Ну как я пойду через это, через все, если у тебя все гэшки союзники? Я говорю, ну ты его тоже не захватываешь, просто подставляет японца. Блин, три угля и все. Ну, во-первых, японец раньше пошел, я вообще не подставлял, а потом просто, чтобы ты хотя бы сюда чуть-чуть войска откинул, в эту сторону, и все. Американец, задуши его, нападай, не боись, не бойся. Тебя поддержим. Так, я хостом стал. 4, 2... В твоем визе его можете раскайтить тут. Шрамнина. Ну, действительно, у него население, урожайность производства первое. Конечно, раскайки. Вот с легкостью, блин. Метаться между вами, как от кого же дырится? Пытаться нужно. Так нет, так же, блин, у американца войск в армии первая, в смысле. А, вот еще. Тут главное напасть. Отлично. Да, но только вся возле ГГшек. 4 хода рост. Да. Ты уже давно бы эти ГГшки... Я подожду. Четвертый радиус угреса, вряд ли она возьмет. Пришел бы и помог ему. У меня в основном копейщики, и все. Стоять, как я обсажу? Копейщиками? И же гатом был зачет. Так а чего не выйти в Уланов, например? Деньги японцу дай, например. У японцев денег не понятно. А, еще есть. Еще есть, пока что не требуется. Ну, еще тут мрамор можно будет обработать, отлично. Ты американец скоро будешь в диалоге? Какая идеология, вы что? Ой, а вот и Гатлинг подъехал. Вообще, в общем-то, я уже открыл всю территорию. Практически. Так, этот караван в столицу бегал, но я продолжаю на еду. У меня... Или уже на производство, собственно, 7. Давайте, наверное, на производство начинать. Илья Репин. Так, наверное, в тур на производство. Не добегает. Да, из Труа надо. В Труа перебросить. Конечно, дорогу стоило бы провести. Но сначала вот эти тут города все улучшил. Постепенно буду сюда рабочих перебрасывать и там тоже все делать. Так, тут уже до школок недалеко осталось. Сколько будет уголь обрабатываться? 4 хода. Так, ну, план у меня простой. Выйти во рту, сначала в школы, потом во рту и идти на поляка.
И забирать поляка. Давайте глянем, что тут у нас. Не, ну японцы не. Японцы слишком отстают по развитию от полинезы, чтобы смочь что-то там сделать. Ниндзя-предложенница. Пойдем поплаваем скаутом. Не знаю, но не хочу я пока запускать золотые века. Уже когда выйду 6 ходов. Выйду в идеологии, тогда можно будет, чтобы быстрее идеологии взять. Блин, я просто отходил, не успел. Я уже вот этот караван очень много ходов у меня без дела. Значит, я в Париж 3 и 2 в тур. Следующим ходом должна эта клетка добавиться. Поляк и японец, предлагаю вам за католицизм проголосовать. Будут голоса у нас лишние. Так, значит, тут работает опять сахар. Требуется в Лионе. Сахар у нас только у Полинезии. У меня терция появилась. Жестко. О, фабрики. Поехали фабрики строить. 17 ходов. Да, ну здесь я, пожалуй, все-таки на производство переключусь. Единственное, науку вот тут оставлю. Так, 5 ходов фабрика. Здесь сколько? 11. Здесь. Тринадцать. Здесь. О, здесь, наверное, быстрее будет. Нет, 12. Ну, ладно, здесь 11, значит, еще одну фабрику купим просто, чтобы быстрее было. Сколько она стоит? 780. Ой, боюсь, не накоплю. Я в начале следующего хода 2 скаута на автомат поставлю. Не удивляйтесь, что сбросится таймер. Тура чудес света прошла. Не очень хорошо. Но зато религия прошла. Что хорошо. У меня будет она быстрее распространяться.
Софии юнит дают. Химедзи Меркур строит. Да, два хода. Ну, тут, конечно, японец ничего не может сделать. Он просто сливает. Вот очень зря. Вот сейчас у американцев прекрасная просто возможность была бы захватывать города Полинезии, но вместо этого он зачем-то развлекается с Иерусалимом, причем его практически ничего ему не делая. Странно, это странно. О, рыцарь. Отлично, добавилось еще угля. Вот и мой и американец по населению вышел. И население это даже, не знаю, не четвертый показатель. Это да. Тем более, что реально-то может быть, что у тебя все равно больше. Мы можем даже посчитать. У американца 29 плюс 11 40, 51, 66. У тебя... У меня все плохо. 36, 48, 69, 76. У тебя 86. У тебя просто на 20 жителей больше. Как тебе такое? Попахивает фиаско. У меня просто стольно большая. Да. У меня рабочих мало. Вот реально мне надо было в начале, раз я играл там в развитие, не особо воевал с поляком, еще больше рабочих сделать. У меня на данный момент их, по-моему, 6 штук, да? 7, да, 7, но медленно очень вот, все обрабатывается. Можно было реально больше рабочих. На самом деле. Это кто? Кто создал? Полинезиец. У меня 174 науки в городе, у американца 118. Видите, как важно рядом с горой поставить? Была бы у него рядом с горой, он бы еще сверху... У него было бы столько же тогда в этом городе. У меня только проблема, что у меня остальные города рядом с горами стоят, но они маленького... маленькое население у них. Здесь вообще... Вот у полинезийцев не очень много науки, похоже. Он лидирует по количеству тех, но науки у него, наверное, все-таки меньше, чем у меня. То есть по, я думаю, что по науке вход сейчас я первый, тем более что полинезиец сейчас пошел по нижней ветке, а я в школу. Сейчас спокойно выйду во рту и очень спокойно заберу поляка. Причем Поленки оставлю, Лодь спалю, Краков и Варшаву оставлю, Вроцлав спалю. Вот. Как-то так. Такой у меня коварный план.
Значит, один в один меняю, а назад. Вообще, получается, кроме шато, я вообще никакие способности Франции не использую. Вообще, в принципе. Конечно, можно было сказать, что лучше бы я на мушкетерах нападал на поляка, но у меня нету смысла, у меня такое, нету такого развития, чтобы получить профит. Лучше развить то, что у вас есть, если, конечно, вам сосед никак не мешает, а потом уже нападать на тех соседей, у которых все плохо. Я посадил в городах юниты, чтобы они не тратили у меня да, нормально. Тем более тут какие-то города требуют соль. Вот тур. Так, что ГГшки хотят? Деньги, деньги, деньги. Ханой просто, чтобы денег. Или мне надо копить на апгрейд пушек во рту. Я вот думаю. Да, наверное, так и поступим. Так. В Париже все-таки обратно на рост. Хотя 6. Хотя уже нет. Так, дальше в Орлеане. Семь ходов. Блин, я забыл в туре купить пагоды. Так, ну а монастыри мне... Ну, вообще монастыри, конечно, дают веру и... Что там... культуру и веру, но желательно все-таки их покупать. Вот тут он куплен, тут вино есть, и в Париже куплено, потому что тоже вино есть, а больше у меня в городах нигде вина нету. Может, все-таки стоило кафедральные соборы брать, прям там счастье было. У меня счастье немерено и так, поэтому мне не надо кого-то захватывать. Орлеан голодает. Нет, секуляризм возьмем. Плюс две науки с каждого специалиста. О, Иерусалим уже захвачен. Пять ходов до идеологии. Это здорово. Все, деньги копим. Здесь давайте тогда бараки строить. Да и кузню можно построить на самом деле. Один ход до школ, потом идем в химию, потом в удобрение. Мой караван кто-то разграбил, да, один? Ах, там Америкова. Гвязь устраивает. А, нет, 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 это японец. Mm-hmm. Так-то лучше. Японец разыграл. Это кеза олень.
В Гонолулу вон строится этот Бранденбургские ворота. Это хорошо, конечно, что все это на другой стороне карты происходит. Вообще к нам никакого отношения не кто-то имеет. Кто-то фабрики строит, кто-то Бранденбургские ворота. Кто-то воюет. Это американец воюет, но он строит фабрики. Ну он молодец. Ну мне производство надо на войну откуда-то брать. Ясен пень, фабрики важнее сейчас. Американец, я надеюсь, ты поймёшь. Я, наверное, коммунизм буду брать. Ну, демография. Вот когда я на производство начал переключать, уже немножко все равно офигительное производство у Полинеза, но ее караваны. Все морские караваны на производство стали бегать. Труа требует серебро. Надо объединить города, потому что у меня Мачу-Пикчу дает прирост существенный за соединение городов. Так, школу. Пока мне нету смысла кузню достраивать, потому что я не строю юнит, а вот школу построить очень даже имеет смысл. Остальных ученых я буду сжигать. Так, ну и начинаем в Париж производство. Отправлять те три хода. Четыре хода до идеологии. Хочется верить. Так, ну тут у меня производство и все стоит, да? Леон на рост. Тут я тоже производство включу. Сейчас вообще с полинезийцем воюет или он чисто ГГшки? ГГшки захватывает. Воюет. Что я ему сделаю, скажи, 50 уже от Онги. То есть у Будапешта 48 ты что-то сделаешь, а Тонги 50 ты ничего не сделаешь. Интересно. Идем брать Иерусалим. Так. Железо открыли. Ну, я, кстати, сейчас, к сожалению, обгоню полинезийцы, скорее всего, по науке, серьезно. И народ начнет уже на меня косо посмотреть, но... Это уже нормально. На данном этапе игры... Американец, тут смотри сам, типа, нужно тебе это или нет. Ну, опять же... Ну, ну вроде бы ты как-то говорил. Надо. Ну, окей, все. Это торговать, чтоб с кем-нибудь... Я могу Золотой век запустить, чтобы быстрее. Давайте, наверное. Все равно три хода. А так. Все равно три. Жаль. Знаю, я ему ничего не сделал, у него же кавалерия, там или арты ждать, или самолетов. Да нет у меня идеологии, нет у меня
Отлично, два хода. Что у нас в Труа? Ничья, может, я через пару ходов, через пару ходов. Я на количество ходов, может, помогу. То есть никогда? То есть да. Так бы сразу говорил. Минус 31, смотрите. Как он играет? Спокойно пока что. Нету больше производства. Надо бесцельно, чтобы добавить. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!